Ребят, всем привет! У нас замечательная солнечная погода, на улице плюс 40. И куда я всех потащил? Ну, конечно же, на рыбалочку, куда же еще? Но мы поедем в парк, где будут деревья, тень, все дела. И обязательным условием было, что мы заедем за мороженым в Йогуртленд. Как бы без этого пунктика на рыбалочку мы никак не поедем. Да, все что, уже съюбали? Почти. Такое вот у нас обжорство будет. Как думаете, какая здесь чья? Это вот Пашина. Мамина, мое, папина. $15 за все. Мы приехали в парк, где находятся источники, и поэтому здесь несколько озер, 4 штуки. И здесь разная рыба выводится. И в июне завезли 600 сомов, но я, как самый умный человек, буду ловить окуней. Понимаете? Логика. Сначала мы, конечно же, съедим мороженое. Но вообще они как бы тут останутся или там где-то гулять, а я пойду один на солнце рыбачить в кусты. Вот. Конечно, конечно. Ребят, смотрите прикольчик. Раньше я рыбачил на вот эти крючки, на маленькие, да? Сейчас я решил не мелочиться, а ловить настоящих китов. И вот такой у меня огромный. Вообще как бы у меня там где-то... А, вот же я покупал целый набор. Но я решил на эту кость сначала попробовать. Там есть чуть поменьше. Вот, а вот, короче, вот эти штучки я не успел прикрутить. Где они там? Mm-hmm. Вот тут есть даже небольшие. Да, вот я червяка буду использовать. Mm-hmm. Буду ловить большеротых окуней. Там, где они не водятся. L, логика. Как я видел, они просто вот так, короче, берут и все. Это неправильно. Вот так, короче, я видел, делают. Просто да? По-тупому как-то, да. Типа не как-то иначе или еще как-то. Я такой думаю, что? Первый раз такое вижу. Ты типа дергаешь, он такой раз, и у них рты большие, они вот так целиком заглатывают, и все, говорят, до свидания. Пока. Я иду сопровождать моего рыбака. Катя не верит в мой успех. Говорит, что ты насадил как-то, говорит, стрёмно. Пойдем. Да пойдем. Наоборот, все сказали, что ты не поймаешь ничего. И ты сам сказал, что не поймаешь. Я сказала, что поймаешь. Ты потом сказала, забирайся. Ну, я увидела вот это такая. Здесь такое большое озеро. И мы сейчас идем куда-то вот в те камыши. Гуси-гуси, га-га-га. Такие они огромные. Вообще подросли, да? Какие-то они прям очень большие. Все моются, чистятся. Хорошенькие такие. Гусь, берегись. Паша нашел место. Давай лови что-нибудь. И ты стоять будешь? Или вот на корешке сядешь? Нет, это стоять, наверное, это. Надо грузило повешать, да, с корешком? Конечно, да. Да. Кажется, вон даже гусь тебе говорит, да. Медленно опускать. Видимо, какой-то маленький, ну, типа, маленькая рыбёха схватила, потому что... Ну, еще и потому что я снимаю, а это значит, что не будет клевать. Как выключу камеру, сейчас начнет клевать. А вон они мелкие. Мелкие рыбешки? Да, но я просто решил проверить, как быстро он тонет, и они сразу начали его хватать. Такие классные. Ладно, попробуй закинуть дальше. У тебя тут будет компания. Ну, вот они мне вообще как бы не очень нужны. Почему? Думаешь, они отпугивают что-то? Мне кажется, нет. Все, я пошла. Поцелуй на удачу. Пойду к родителям. О, там подплыла какая-то рыбёха вот таким размером. Вот таким. Да, она только что подплыла, посмотрела и дальше уплыла. Это я отвлекаюсь. И тебя. Все, я ушла? Меня нет. Давай, давай. Я возвращаюсь. Я решила Паше оставить камеру. Потому что мы сейчас все равно там просто будем
лежать. А вдруг он поймает что-нибудь, это нам будет обязательно заснять. Я перешел на другое место, поближе к камышам. И, короче, закидываю буквально первый раз. И такой тяну, раз что-то зацепилось. Я думаю, блин, за дно, что ли? И потом, ну, такой жду. И она тянет меня туда, я только раз. И, короче, он сорвался. Я думал, я зацепился за дно. А в итоге, короче, не успел подсечь его, и он сорвался у меня. Надеюсь, что это было так. И тут есть рыба. Ну, все еще слышал, чувак кричал, я поймал. И потом к нему подбежал сын, и он говорит, а нет, все сорвалось. Вот, может быть, я желаемое за действительно принимаю, и там реально за дно зацепилось, потом я дернул, оно зацепилось. Короче, непонятно, но рыба здесь есть маленькие вот такие, типа шеды американские они называются, а как раз ими питаются большеротые окуни, large mouth bass. Вот. И по идее здесь кругом тень от этих камышей, от деревьев. И они как бы должны тут ловиться. Я видел фотки в приложении в одном. Там как раз вот именно на этом озере ловили вот на таких же червяков, ловили вот этих окуней. Вот сейчас только что акула там прыгнула. Акула, окунь. Значит, он здесь есть. Все, я ловить дальше. Вот и мой первый улов. Я зацепился за какую-то леску и вытащил ее. Там просто, смотрите, сколько много. Несколько метров. И тут на конце есть крючок, где он, вот он, крючок красный, какая-то штучка, вот грузило такое гигантское прям, вот крутяк, оставлю все это себе. Я снова переместился и поменял крючок, короче, с этого большого, поставил маленький и подумал, половлю блюгилов, типа я знаю, что здесь они точно есть, они постоянно всплывают, и знаете, что я поймал? Прикиньте, это маленький окунь. Вот это, короче, маленький окунь. Ну, потому что они большие, примерно такие же вроде. И у него, ну, прям большой, открывается вот, рот, типа, прям большой-большой, я когда поймал и видел. И если здесь водится маленький, вот даже вот в этом, маленький окунята, то, значит, водятся и большие. А я уже все поменял, да, блин, что ж такое? Я, короче, мне понравилось, я половлю еще на вот этих, ну, я не такого, конечно, размера ловил, там чуть побольше, ну, хотел поймать, но поймал такого маленького. Вот, ну, по окрасу вроде это все-таки, это не похоже ни на американского шеда, там, ни на миноус или типа того, какая-то там килька. А это вот так вот выглядит прям окунь, только, ну, он должен быть больше раз, типа, в 20. Вон, ну, в 10, наверное. Короче, отпущу его, пока он не умер. Плыви! Уплыл. Пойду все поймаю. Ну, надеюсь, не эту фигню, а блюгилов. Они такие, знаете, побольше, короче. Пришли к Паше. Он у нас забирает яблоко, которое для кроликов. Какое забирает? Не надо там маленькое. Рыбу ловить на него. Вот мне раз за 12. На яблоко рыбу ловить. Как бы. Если я профессиональный рыбак, или что? Мы идем к малышам. Малыши. Такие сразу побежали. Да нет, им не кидай. Они так не увидят, они же слепые. Да, вот они бегут спокойно. Малыш. У меня ничего нет, но все равно иди сюда. Мама, смотри, сколько есть. Ого. Стая. Все, ты всех накормила? Да, мне очень хорошо вот, идет. Поймаем одну. Очень хорошо идет яблочки. Привет. Хорошенький. Вот этот маленький не приходил еще, мешок. О, белый. Как он так первый раз такого вижу? Любимый. Красивый. Офигеть, посмотрите, как их много. Малыши. Ну, в общем, они очень любят яблоки. Вот же яблоко, вот оно, вот оно. Подожди, вот малыша надо покормить. На-ка. Такой, ой, такой сладкий. На, на, на. Вот, вот маленький кусочек. Вот на яблоко. Их, похоже, давно никто не кормил. Я в жоке, посмотрите, их так много. Все? Папа, ой, поймал. Ой. Он боится. Ой, какой он сладкий.
Он, кстати, не боится. Ну? Вообще не дрожит ничего. Нет. Так, ты подожди. Яблоки такие тугие. Пускай. Вообще не. Опускай. Ну, даже не побежал. Ну. Опс. Что-то они... Вот этот, смотри, этому не нравится. Да, пускай. Не надо. Дай-ка мне яблочко, я покажу. Это ты такой малыш сладкий. Такой сладкий. У меня уже все закончилось. Капец, мама да всего скормила. Ой! Не кусается. На тебе кусаться. Ой. Что такое, на? Мой пальцы облизал. Найси. Красавчик такой красивый. И голуби тоже в кучу. Вот это видишь? Блин, такие классные. Они прям вообще сегодня такие спокойные. Угу. А у тебя такого цвета? Да. А, ты что кусаешь меня? Ты что меня кусаешь? Ты что меня кусаешь? Они капец такие голодные. Я просто сейчас стою, и он меня за палец ноги начал кусать. И продолжаю ловить этих гигантов. О, божечки, ты успокойся. Ну куда ты? Такой маленький, посмотрите, вот моя рука. А, он сорвался, все. Блин, мне кажется, не видно. Блин, на крыше сидят. Сейчас прям перед нами распустили хвосты свои. Сначала один, потом второй. А кролики здесь лежат, отдыхают. Этот замер. Классно тут. Понравилось вам? И вот третий только что распустился. Ну чё, как дела у тебя? О, кто-то не пухнет. Вот видите, теперь ты меня фотаешь. Поймал что-нибудь еще? Ты камеру унесаешь, ты сторож уже поймал. Мы знаешь, сколько зайцев поймали? Тоже столько же. Правда? Прям в руках держали? Все, на камере есть. У меня все в телефоне есть. А у меня на камере. Я на яблоко вылез. Мы тоже кроликов яблоками кормили. У меня кончилось на жидкое, я не знаю, что извиняюсь. Так все, поехали домой. Поехали. Ребята, вы это видите? Паша как бы хочет ловить на муху. В смысле хочет, я поймал уже несколько. Ну давай. На муху поймал. Просто на муху ловлю, а вы не верите. Это вот, видишь, блюгил у него плавники. Ой, плавники, эти жабры, видишь? А, такая черные штучки, вот, типа голубые они. Красивая лицо. Катя видела, как я поймал, я говорю, иди смотри, они там втроем. Да, я смотрела. Такие стояли, и это, и вот такого. Его как бы жаришь, прям с костями ешь. Что-то не маленький. Ну что, будешь жарить? Нет, конечно. Он, это, у него вот тут сверху, короче, они это... Ну, пускай уже скорее. Вон он, оплыл. Оплыл, не видно из-за... И все, уже оплыл. Ты слышишь, если надо будет, нужна еда, я за 5 минут тебе таких штук 40 поймаю. Угу. Мы вернулись домой, и я пока сидел, делал дела на Катином компьютере. Знаете, чем она занимается? Катя играет в Fortnite. Это чтобы ты не играл. Прикиньте, шутки в сторону, но она выполняет мне квесты, всякие задания. Чтобы он меня выполнил быстренько, она прям спать. Знаете, как это смешно? Она меня спрашивает, а как там ходить, а как типа нажимать, а что куда там? Где этот домик?
В домик, да. Я только что там была. Ну, покажи, что ты уже умеешь делать. О, смотрите. Тут музыка играет. Так, все, пойдем. Ну вот, короче. Цветы можно собрать, нет? Цветы нет, нельзя. Но вот дерево можешь срубить. Так смешно за ней наблюдать, это, конечно, вообще. Ну, мы высадились, не очень близко. Ну, это ты сюда долетела. Вот ты идешь в город, вон карта. Вот я могу на карту нажать. Так мне надо сюда бежать. Ну, надо, да. Там люди, они меня убьют. Знаете, как она переживала, когда она встретила какую-то тетку, и она ее застрелила. Так я вообще не успела даже пукнуть. Подожди, смотрите, что я умею. Ну-ка. Сейчас покажет Катя класс. Смотри, как это долго происходит. И фишка в том, что она даже до забора не дошла. А вот все, у тебя кончились материалы. Да. Ну просто иди, он упадет. Или прыгни. Прыгни вперед, как я тебя учил. Все, молодец, ты перелезла. А как теперь? На Q нажми, у тебя включится. Да. О, Катя мусор вынесла. Да, вот так и собираете по материалам? Да. Ты видишь, как бы в трейлер-парке? Да, прикольно. Мы почти в таком же ночевали. Да где оружие какое-нибудь? Вот я умею так делать. Точно? Я только что там научилась. Я умею. У меня оружия нет? Да. Ну-ка, если смотри, я могу так делать. Ну-ка, ого, нифига себе. О, надо попасть, кстати, вот сюда. Смотри, нажми B и 4. Ой, не попала, выйди из-за крыши. Попробуй, попади, это квест такой. Стой, давай, B4. Ну поближе чуть-чуть подойди, что ты не докидываешь. Просто выполняем квесты мне. Нифига себе, Кист, просто Майкл Джордан. Так, ребят, ставим все лайки, кто сам играет в Fortnite, у кого мужья играют, братья, сестры и дедушки с бабушками. Дедушки с бабушками по-любому спилят. Так, ладно, все, короче. В общем, я прошла Паше 2 квеста. Вот, и мы уже пойдем отдыхать. Будем с вами прощаться. Всем хорошего дня. И пока. Пока-пока. Ну, думала, ты скажешь пока. Ну, я все уже сплю. Я тоже. О, боже.